Нет. Сегодня у меня салатик. Ну, это, конечно, на всю семью салатик, вы там не подумайте. Вот, сегодня я приготовила салатик, который я ем и худею. Ну, я его вообще очень люблю. Это морская капуста, яйцо и зеленый горошек консервированный. Но перед тем, как я его положу в салат, положила, то я его промыла под водичкой. Вот, под струей воды. Очень люблю этот салат. Прям вообще обожаю, готова есть его каждый день. Не знаю почему, но прям вообще. И, кстати, ем его давно. Вот, раньше я, конечно, это все заправляла майонезом. Вот, сейчас я ничем не заправляю, просто добавляю то, что вот эта водичка, которая с салатом, да, идет. Вот, как сказать, маринад, наверное, как правильно. Маринуется же она, маринованная. Вот, так что это такая вкуснятина, всем советую. Ну, может, уже кто-то, конечно, ее ест и любит. И советую такое кушать. Вот. Всем спасибо за внимание, то, что меня смотрите. Всем пока-пока.